trying to be special. Can I get closer to you? 느껴져 두근거림이 너의 손끝이 날 스쳐 지나갈 때. If I'm trying. 취민 готовится к съемкам. Погода такая хорошая. У нас сегодня специальный гость. Пожалуйста, с нетерпением ждите этого. Репетиция. Это так красиво. Хорошо ли это видно? Фотосъемка на фоне Сеула. Чимин готов. Я осветил волосы впервые почти за 2 года. Так что фанаты, наверное, подумают, что я что-то делаю сейчас. И это скоро выйдет. Извините, что я не могу насладиться этим вместе со всеми вами. Но я уверен, что вам понравится, даже если меня там не будет. Я сделал маникюр для этой концепции. Мне нравится луна, поэтому я сделал луну. Это было весело. Это было впервые в моей жизни. Но мой мизинец был таким маленьким, что они не смогли нанести на него. Похоже, на нем были линии. Когда я был моложе, я жил в деревне. Поэтому я измельчал цветок и красил ногти моей мамы. Я помню, что нужно нанести их на ногти и чем-то обернуть вокруг них. Старые добрые воспоминания. Затем все пальцы становятся оранжевыми вместо одних только ногтей. И так я видел, как моя мама готовила, и все ее пальцы были оранжевыми. У меня есть это воспоминание. Это выглядело лучше, когда она делала это сама. Теперь я чувствую себя виноватым. Мы на верхнем этаже. Как сюда попал жучок? Как он сюда попал? Сегодняшний специальный гость здесь. Приятно познакомиться. Так счастливо быть здесь. Он стесняется. Нет, не стесняйся, все в порядке, я тоже стесняюсь. Спасибо. Хорошо. И мы вместе немного поклонимся? Вместе. Хорошо, спасибо. Спасибо. Песня «Rebirth Intro», которую я пел сегодня, о том, как влюбился в кого-то, в кого я влюбился по уши. После второй песни — это третья песня. В этой песне «Slow Dance» я сделаю это.
Типа, хочешь потанцевать со мной? Как насчет того, чтобы потанцевать вместе? Потанцуем? Вот так. Я собираюсь пригласить ее на свидание. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо, отлично. Приятно было познакомиться со всеми вами. Мы сняли лайв-клипы на Rebuild Intro и Slow Dance. Я бы, наверное, объяснил про песни, когда вышел альбом, но я хотел показать вам много выступлений, пока меня не будет. Поэтому я очень усердно готовился к этому вместе с участниками нашей компании. Я так благодарен, что мне удалось снять это красивое видео самому на этом потрясающем месте. Это была честь, и София проделала весь путь в Корее, чтобы помочь мне в этом. Она вернется сразу после сегодняшней съемки. Я очень ценю это. Я был бы признателен, если бы вы смогли насладиться этим. Сегодня был такой драгоценный опыт. Пожалуйста, с нетерпением ждите. Спасибо.